вратарь. Номер 20. Константин Козловский. Номер 25. Максим Городецкий. Полевые игроки. Номер 6. Роман Тыков. Номер 7. Александр Кудровеев. Номер 14. Максим Ланков. Номер 18. Вячеслав Фадеев. Номер 17. Александр Пастухов. Номер 5. Виталий Марчук. Номер 3. Кристиан Хенке. Номер 12. Григорий Веремеев. Номер 10. Максим Титов. Номер 11. Игорь Вольвончик. Номер 22. Александр Платоненко. Номер 19. Сергей Станкевич. Номер 21. Глеб Панфилов. Номер 23. Дмитрий Герасимович. Номер 15. Владислав Мисников. Номер 4. Марк Кутнев. Номер 2. Денис Малишевский. Номер 9. Никита Пришивалка. Номер 13. Артур Буйницкий. Номер 16. Алексей Шантыка. Главный тренер команды Андрей Ковалев. Белоруссии, Германии, Дании и Словакии на ледовую арену приглашается. Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета, председатель представительства Национального олимпийского комитета города Бобруйска Болоков Дмитрий Михайлович. Символично, что сегодня в нашей стране на ледовых площадках Минска и Бобруйска стартуют два международных хоккейных турнира. Главный арбитр Петр Амосов, линейные судьи Вадим Изерский, Василий Калида.
не наши сегодня здесь. Ну вот я тоже думал, что здесь будут. Да. Поэтому и пропустили первые. С передачи Юрия Шишки шайбу забросил Мартин Плеза, номер 17. Передачи Матуса Галенды шайбу забросил Юрай Шишка. Команда Беларуси играет в полном составе. 5-3. Победу одержала сборная команда Беларуси. Шайбу забросил Иван Думаев. Передачи Михаила Кабача, номер 21. Шайбу забросил Филипп Адамчик, номер 19. За толчок соперника клюшкой
Малым штрафом наказан Глеб Панфилов, номер 21, сборная команда Беларуси. За драку двойным малым штрафом наказан Филипп Адамчик, номер 19. За драку двойным малым штрафом наказан Мартин Амброс, номер 27, сборная команда Словакии. Штрафом до конца игры наказан Кристиан Кемки, номер 3, команда Белоруссии. Thank you.